ты, какая красивая, смотри, вот она. Вот черешня у бабули, вкуснятина. Ребята, она такая крупная. На базаре такую красоту не найдешь. Зайка, на, смотри, какая. Я ищу себе. Попробуй, как она. Да, а мне дашь попробовать? Какая она крупная. Пойдем ребятам желтую покажем. Боже, какая она вкусная. Мечта поэта, как бабуля, говорит наша бабуля. А я вам пока покажу, какая роза у моей мамочки на даче. Моя мамуля вообще выращивает шикарные цветы. Смотрите, какая роза вьющаяся. Это же вообще просто... Любоваться можно целый день. Смотрите, какая красота. Здесь у нас клумбочки. А ну-ка покажем желтую черешню нашим подписчикам. Ребята, смотрите, какая... Вот, Эмка, смотри. Ой, какая она вкуснятина наверняка. А какая крупная, смотрите, ребятки. Ой. Мама, сколько много! А ты знаешь, что желтая черешня очень полезна? Там зеленоватая, вот здесь спела. Она такая вкусная. Просто класс. Я сейчас буду ставить лестницу, и мы сами будем рвать черешню. Собственно, мы для этого и приехали на дачу. Иначе черешня пропадет, сказала бабуля. Надо срочно рвать и кушать. Ну-ка, покажи, какая красота. Покажи, покажи, покажи. Ребята, ешьте черешню, пока сезон ее. Пройдет, и черешни не будет. А вот наши помидорки. Мы с бабулей их вместе высаживали. Она сама делает рассаду. Подготавливает все. И потом у нас будут очень вкусные помидоры, которые мы, конечно же, вам покажем.